ярким они видят наш мир. А еще на сцену выйдут особенные артисты. Или, как они сами себя называют, способенные артисты. Приветствуем! К детям, которые проходят длительное лечение в больнице, нужен особый подход. И он существует. В 2014 году родился проект госпитальных школ России «Учим, знаем». В нем воплотилась адаптивная модель школы, в которой учебная система подстраивается под возможности и потребности школьника. Проект начался с одной экспериментальной площадки и сегодня охватывает уже половину российских регионов. Учителя становятся тьюторами, они учат, сопровождают и всегда готовы прийти на помощь. Кто-то из детей проводит в больнице несколько месяцев, кто-то гораздо дольше. Им нужна цель, ради которой они захотели бы жить и бороться с болезнью, а также помощь в ее достижении. Мы даем возможность учиться и мечтать о будущей профессии и должны сделать все возможное, чтобы жизнь ребенка не делилась на до и после больницы. Иногда для этого достаточно всего лишь сделать шаг навстречу ребенку. Ребенок слышит каждый шаг и видит жизнь иначе. Мир отражается в слезах, когда ребенок плачет. Весь белый свет в его руках, в простом его наитии. Ребенок помнит боль и страх, но как помочь забыть их? Обними, пойми, помогать нашей власти. Зачем тебе это надо? Больше 10 лет я работаю с детьми, в судьбу которых вторгся тяжкий недуг. Однако пришла к этому не сразу. После школы я планировала стать врачом. Сердце же тянуло лечить души. Я поняла, что педагог должен обладать особым внутренним светом и быть готовым им делиться. Я начала учить детей с ограниченными возможностями здоровья. Сложностей оказалось немало. Не все мои ученики стремятся к высоким результатам. Иногда единственная их мотивация – просто не болеть. Но я не сдаюсь. Благодаря образованию мои ученики могут стать самостоятельными, отвлечься от болезни. Это меня радует и заряжает доброй энергией. Ее я отдаю детям. С улыбкой мы постигаем учебную программу, расширяем образовательные и житейские умения, учимся общаться, творим. Пожалуй, вот зачем мне это надо. Улыбки. Я борюсь за каждую. Когда хоть один из них, хоть на мгновение забывает о болезни, верит в себя, моя душа наполняется светом. Я хочу, чтобы мои дети улыбались как можно чаще. Ребенок маленький творец. Из тряпок и подушек высокий мастерит дворец и сам же его рушит. Но как построить нам такой дворец, где все здоровы, где каждый гений и герой
Я особый учитель. Я работаю с учениками с аутизмом и ментальными нарушениями в плане познания мира. Моя работа не ограничивается детьми. Я помогаю родителям понять, что происходит с ребенком, как к этому относиться и чем помочь. С педагогами я делюсь профессиональными методами и приемами. Люблю фразу «Маяки не бегают по всему острову, выискивая, какую бы лодку спасти. Они просто стоят и светят». Она стала моим кредо. Для меня инклюзивное образование – это любовь, которая проявляется в трех словах – принятие, поддержка, перспектива. Принятие того, что есть – идеальная отправная точка для начала пути. Поддержка на каждом этапе этого пути. И перспектива, пусть порой призрачная, которая возникает, если состоялось принятие и в нужное время была оказана поддержка. Основа успешного инклюзивного процесса – честность. Да, в классе есть такой ученик. Да, у него есть свои задачи. Да, он хочет пробовать быть в коллективе. И дальше уже слаженная работа педагогического, родительского сообщества, коллектива, класса. Особенные дети учат принимать разнообразие мира, учат терпению, тому, что можно быть собой таким, какой ты есть. И даже если ты чем-то отличаешься от других, то все равно имеешь право быть счастливым.